Если у вас отключили горячую воду, ну это обычно летом делается для профилактики дней на 10, то для того, чтобы не платить за холодную воду, которая будет течь из крана с горячей водой, по цене горячей, просто перекройте кран, который до у вас счетчика. Опять же, это если у вас установлены счетчики. Вот. Потому что у многих сейчас стоят такие однорычажные смесители, и по инерции включаешь его, и он смешивает холодную воду с горячей, а так вместо горячей идет холодная. Так что вы смешиваете холодную с холодной, и у вас счетчик горячей воды крутится. Зачем это? Вот поэтому перекрываем и экономим существенную сумму.